по-моему, меня дичишься, Дашенька. А мне это в упор. Только я ведь тебя не забыла. Просто 2 года в Москву не приезжала. А ты как раз в невесты выросла. Отвыкла от бабушки. Сознайся. Что вы? Как можно? Я вас часто поминала, право же? Кузина просто сконфужена балом. Ведь это так обидно, когда впервые никто не пригласит. Что за вздор? Ничего ей конфузится. Она прелесть. И успех ей предрешен. Да и в нем ли счастье? Ты, милая, обязательно приезжай ко мне. Слышишь? Я еще 2-3 дня в Москве отмучаюсь, а после с радостью домой. Тебя ждать. Гусик, Юга, а добрый молодцы в Москву. Здравствуй, Руневский, рад видеть. Аганин, здравствуй. Вот удача. Скажи, пора, тебе не знакомы те дамы? Только не гляди прямо, не сделай глупости. Знакомы, понимаю. Поделюсь для товарища, слушай. Старомодная красавица – это генеральша Сугробина. Очень богата, мужа схоронила давно, говорят, жила после веселой, дача ее, хотя и в отдалении, но совершенно не в генеральском вкусе. Другая дама, родственница генеральши, Зорина, девица с худыми плечами, ее дочь Софья Карповна, а... Так кто тебя обворожила на повал? Дарья Сугробина. Истинно прелесть. На балах впервые, и Зорина ей тетка и опекунша, а генеральша ей бабушкой доводится. Но ты мной доволен. Премного. И благодарю. Знаешь, в полях сражений я отвык от тонкости этикета. Не покажется нескромным, если я, будучи незнакомым, приглашу ее танцевать? Не покажется. На балу все равны. Так вперед же, лови момент. А я тебя после всего ждать буду. Вместе отправимся. Ангажей вода. Вы на балу впервые? Да, мы уединенно живем, хотя кузина выходила не раз. Избылись ожидания? Да, я тому рада, что здесь. Только многое странным кажется. Люди, которых так хорошо знаешь, здесь видятся иными. Иными? Конечно. Тетушка живет. Это она вас выездила на бал? Тетя у меня опекунша. Только что сегодня я здесь, это бабушка настояла. От того, что не виделись давно. Thank you.
Сударь, вы верно кого-нибудь ищете? А между тем ваше платье скоро начнет гореть. Нет, я никого не ищу, благодарю вас. Однако же странно. Странно? О чем вы? Мне странно, что на сегодняшнем балу я вижу упырей. Упырей? Как упырей? Именно упырей. Ну, вампиров, если хотите. Однако чисто русское название этой мерзости именно упыри, а не вампиры, как называют на Западе. Вампиры. Это все равно, если бы мы русские говорили вместо привидения фантом. Но однако, каким образом сюда попали вампиры или упыри? Знаете ли вы эту пожилую даму? Это генеральша Сугробина. Я ее лично не знаю, но мне говорили, что она очень богата и поодаль от Москвы у нее дача. Она точно была Сугробиной несколько лет назад. А теперь это не что иное, как самый гнусный упырь, жаждущий человеческой крови. Смотрите, как она глядит на бедную девушку, ее родную внучку. Я слышал, как она уговаривала ее приехать на дачу, но я вас уверяю, не пройдет и 3 дня, как бедная девочка умрет. Доктора скажут, что это горячка или воспаление легких, но вы им не верьте. И это упырь. Статский советник Теляев, большой приятель Сугробиной, и умер неделей позже нее. Что, она... Она умерла несколько лет назад, и я присутствовал на ее похоронах. Если бы послушались меня, если бы вбили ей между плеч осиновый кол... Да что говорить. Наследники были в отсутствии, а чужим какое дело? Извольте угоститься, сударыня. С Донником? С Донником, именно с Донником. Слышите? Упыри встречаясь друг с другом, вот это как прищелкивают. Это их условный знак. И так они друг друга узнают и приветствуют. Я озадачил вас, как вижу. Но делать нечего, все сущее, правда. И бедная девочка вскоре умрет. Прощайте. Месье Дан, вальс! Зорина мне знакома по дяде. Он с ее мужем вместе хаживал за Дунай с графом Румянцевым. Это семейство из тех, кто в высший свет не вхожи, да тебе, я полагаю, все равно, раз ты так увлечен. Ты прав, все равно. Так зато награжу тем, что твоя Даша совсем напротив. По отцу из старого рода, как и бабка ее, а по матери и вовсе Голицына. Каково? Я уже сказал, что мне все равно. Позвольте представить, кавказский герой, предостойный кавалер, мой друг, господин Руневский. Прошу любить и жаловать. Милости просим. Извините, что не ждали, но гостям рады по обыкновению. Прошу, садитесь. Располагайтесь. Моя дочь Софи. Очень приятно. Я видела вас вчера на балу. Вы преотменно танцевали, и ваше изящество было отмечено многими. Да, вчера и впрямь вечер удался, да только суета изрядная, шум. А скажите, не знаком вам один человек, с которым меня вчера столкнул случай? Годами, видимо, молод, но странный такой. А, да это Рыбаренко. Но он не в себе, помешанный. Так значит, он болен? Болен, батюшка, болен. Так ведь жаль, с хорошей фамилией.
Так он уже года три как помешался в уме. Это все от модного воспитания. Но нужно было ехать в чужие края. Вот и вернулся с умом наизнанку. Право, я так рада вашему приходу. А то все с матушкой да с ее приятельницами. Прям-таки изнываешь без общества. Но ведь у вас же есть кузина. Мне помнится, я даже танцевал с ней. Даша, ну ведь она так переживает отсутствие должного воспитания и приятных манер, что она все дичится. Гостям не рада. Но она что же, в глуши? В деревне воспитывалась? Мне казалось, что вы издавна вместе живете. Ну, конечно. Она при нас живет последние годы. И ко многому уже приучилась. Однако, знаете, давние грехи воспитания, они нет-нет, да и скажутся. А она ужас как переживает. Статский советник господин Теляев. Премного рад видеть, досточтимая Федосия Акимовна. И вас, любезная Софьюшка. И вас, господа. Вас не желаете отменный табачок? Благодарствую, Сеня, не приучен к этой радости. А вы? Я воздержусь, не в защите. О, ни в коем случае. Да, а где же наша птичка Дашенька? Имею поручение от ее бабушки напомнить о приглашении. Так где же она? София, ступай, позови кузину. Вы можете меня сопроводить. А, я вижу, ты все пытаешься освоить премудрость вышивки. Да уж оставь, коли тебе не дается. Вот лучше поприветствуй господина Руневского. И к другим гостям выйди. Я пойду распоряжусь насчет чая. Я очень рада, что вы нас посетили. И я очень рад видеть вас. Наша краткая встреча на балу не дает мне права считаться вам безусловно знакомым. Но у меня такое чувство, как будто я знаю вас давно и хорошо. Не сочтите мои слова претензий на подобные отношения. И Бога ради, извините, если нарушил ваш покой своим посещением. Вы не должны извиняться, сударь. Не знаю почему, но мне тоже кажется, что я знаю вас давно. Так давно, что не могу и припомнить, когда виделись впервые. Или это от того, что вы так напоминаете моего брата, которого я очень люблю. И который теперь на Кавказе. Какая прелесть. Кто же этот художник, так верно и изящно вас изобразивший? Я не знаю его имени от того, что рисовано было давно. И это не я, а моя маменька. Все находят крайнее сходство. Вот уже 9 лет, как она скончалась. Вдруг без всякой причины маменька сделалась больна. Стала худеть и чахнуть, и через неделю скончалась. Добрая бабушка ухаживала за ней целыми ночами. И помню, как в последний день ее платье было запачкано маменькиной кровью. Мне сказали, что она умерла от чахотки. И тогда все переменилось. И я переехала сюда, к тетушке. Не печальтесь. Позвольте мне быть вашим другом, и, клянусь честью, я сделаю для вас все, что смогу. Вот я и говорю, мой свет, что бабушка твоя обязала напомнить о своем приглашении, чтоб ты была непременно и вскоре же. И вы, молодые люди, когда не сочтете в тягость наше общество, так же милости просим. Марфа Сергеевна особо приказала, что ежели ты, Дашенька, захочешь кого видеть, так ее имение не монастырь какой, хотя и порядки в нем стародавние.
Передайте бабушке мое признание за внимание, а я ее ждать не заставлю. Кузина у нас редкого послушания. При посторонних ни своеволия, ни упрямства не выкажет. Однако, заехал я на минутку, меня и кучер ждет. Пойду, пожалуй. Пас. Пас. Играю. Я не расслышал, или вы решили отступить? Отстань. Худое дело отыгрываться. Я готов. Банк велик, но имею желание его потревожить. Весь? Именно. Либо так, либо напротив. И сегодня я больше не играю. Извольте. Благодарю вас. Всех благодарю, господа. Желаю приятно закончить вечер. Я играю. Так, сдавайте, господа. Просим извинить, сударь мой, госпожа и Софья Карповна уехали в гости. Дома никого-с. А другая барышня, Даша, где она? Также уехали. И еще вчера. Что прикажете барыне передать? Что? Да нет, ничего. Только ежели вы господин Руневский? Да, он самый. Барышня, отъезжая, велели вам передать. Милостивый государь мой, сообщаю, что по просьбе бабушки отъезжаю в имение ее. Не видеть вас мне в большую печаль. Остается надежда, что вы навестите нас. Уважающая вас, Д. Гони! О, спасибо тебе, мой батюшка, что не забыл нас в сельской глуши. Даша говорила о тебе. А я ведь с теткой твоей близкое знакомство вела в молодые годы. Так что мы свои, можно сказать. Не прикажете ли, настоящий русский с донником? Я французского не потребляю. Покорно благодарю, я табаку не нюхаю. Что за привычка у Семена Семеновича вечно щелкать? Вставил бы себе зубы, договорил, как другие. А ты не скучай с нами. Наговоримся еще. Здравствуйте. Добрый вечер. Я надеюсь, вы хорошо добрались. Это господин Руневский. Он недавно прибыл с Кавказа, а сегодня наш гость. Прошу любить и жаловать.
Знакомьтесь, госпожа Лындина, госпожа Загряжская, госпожа Митич. А сейчас мы вас оставим на время. Даша, я получил вашу записку и тотчас приехал. Кольку не видеть вас выше моих сил. Я знаю, наше малое знакомство не дает мне права требовать от вас никаких ответных заверений, но скажите, что вы рады видеть меня, и я буду самым счастливым человеком на свете. Можете ли вы сомневаться? Я каждый день думаю об вас. Вы мне стали ближе двух самых дорогих мне людей, бабушки и Клеопатры Платоновны. И мне отчасти стыдно перед ними. Клеопатра Платоновна? Кто это? Вот, видите, она сидит за чайным столом. Она была гувернанткой моей маменьки, потом нянчила меня. Только с ней я могу говорить о маменьке. Даша, а скажите мне откровенно, вам здесь хорошо? Но никто вас не обижает? Что вы, друг мой, разве бабушка позволит? Она так ласкова со мной. И после городской жизни я здесь словно воспряла душой. Не хочется думать, что снова придется вернуться в тот дом, где все так немило. Давайте гадать. Ой, вы знаете, мы гадали у Сверчевских, это было так забавно. Ну что ж, извольте, вот какая-то книга, подайте ее, пожалуйста. Каждая из нас должна раскрыть ее на удачу, а кто-то другой назовет строчку с левой или с правой стороны. Содержание будет для нас пророчеством. Например, я начинаю. Пожалуйста, назовите строчку. Седьмая, с левой стороны, считая снизу. Так. Пусть бабушка внучкину высосет кровь. Боже мой, что это значит? Прочитайте сначала, чтобы можно было понять. Да-да, прочитайте, пожалуйста. Ну что ж, извольте, господин Руневский. Как филин поймал летучую мышь, как тями сжал ее кости, как рыцарь Амвросий с толпой удальцов к соседу сбирается в гости, хоть много цепей и замков у ворот, ворота хозяйка гостям отопрет. Что ж, Марфа, веди нас, где спит твой старик. Зачем же ты так побледнела? Под замком кипит и клубится Дунай, ночь скроет кровавое дело. Не бойся, из гроба мертвец не встает. Что будет, то будет, веди нас вперед. Над Марфой проклятие мужа гремит. Он проклял ее, умирая. Чтоб сгинула ты, и чтоб сгинул твой род, сто раз я тебя проклинаю. Пусть вечно иссякнет меж вами любовь, пусть бабушка внучкину высосет кровь. И род твой проклятие мое догнетет, и место ему да не станет до той, пока замуж портрет не войдет, место из гроба не встанет, и череп разбивший не ляжет в крови. Последняя жертва преступной войны. Как Филипп поймал летучую мышь, как тями сжал ее кости, как рыцарь Амвросий с толпой удальцов к соседу нахлынули в гости. Не сетуй, хозяйка, и будь весельна. За наших постелей веселых гостей. Что это ты, мой батюшка, там за страсти читаешь? То-то я слышу имя свое, Марфа. Уж не вздумал ли ты нас пугать от чего? Бабушка, милая, я и сама не знаю, откуда эта книга. Вчера передвигали мебель в моей комнате, и она упала со шкафа, самого верха. А, это должно быть какая-нибудь аллегория. Это нечто метафорическое, фантазия, одним словом. В наше время этакую гадость не писали. А я летучих и всяких мышей страсть как боюсь. Да и филинов тоже. Экая мерзость. Да еще к ночи. С тобой не заснешь, об мышах думая.
Бабушка, миленькая, да выбросьте вы этих мышей из головы. Вы, сударь, притомились с дороги. Ваш лакей уж вещи разобрал. Извольте, я вас отдохнуть провожу. Да, пожалуй. Указывайте, куда идти. Яков, помести господина в зеленые комнаты. В зеленые комнаты. Разумеется, в зеленые. Забыл, что в других места нет? Это так, места нет. Только с тех пор, как скончались Прасковья Андреевна, в зеленых не живет никто. Следуйте за мной, сударь. Чей это портрет? А это она и есть. Покойница Прасковья Андреевна. Все господа говорят, что Дарья Васильевна очень на нее похожа. Только я не нахожу. Очень эти покои жаловала. С ее смертью и до сих пор не отпирали. Да видишь, понаехало гостей, и негде было бы ночевать, вашей милости. Хорошо, ступай. Я устал и хочу остаться один. Как вам угодно. Только за этой дверью тоже покои есть. И в них давно никто не бывал. Было бы неплохо, если бы вы на ночь прочитали молитву. Спокойной ночи. Если что понадобится, прошу позвонить. Вашему камердинеру дом неизвестен, а мы, слава богу, и в потьмах не спотыкаемся. Кто здесь? Кто здесь? Что случилось? Что с тобой? Мы шли мимо, проводив дом Мусавишну. У тебя в комнате крик. Какая причина? Ой, бабушка, кошка. И так меня напугало, глаза светятся. Я и подумать не знала, что. Вот, видишь, как на ночь новомодные страсти читать. Чего не привидится. Откуда кошки взяться? Один кот, верно, на всю усадьбу. И тот прям в баре живет. Ну, ступай спать. А то головка разболится.
Уильет, в такую пору, в таком наряде? Друг мой, если я вам мешаю, то и не уйти. Нет, останьтесь. Скажите мне, что вас привело сюда? Чем я могу вам служить? Я не могу с вами долго разговаривать. Я должен вернуться туда, откуда пришла. А там так жарко. Где жарко? Откуда вы пришли? Ах, не спрашивайте, не говорите об этом. Лучше скажите, как долго здесь пробудете? Как можно дольше. И всегда станете ночевать здесь. Ну, я думаю, почему вы об этом спрашиваете? Я хотела бы разговаривать с вами наедине. Я каждую ночь прихожу сюда, но вижу вас здесь впервые. Разве вы забыли, что я только сегодня приехал? Ах, да. Руневский, окажите мне услугу. Там в углу на этажерке есть коробочка с кольцом. Возьмите его, а завтра вручитесь с моим портретом. Ах ты, боже мой. Ну что вы от меня требуете? Не шутите так со мной. Ну скажите мне, что вас сюда привело? Ну сделайте милость. Поверите мне свою тайну. Что это значит? А я не Даша. А чего вы принимаете меня за нее? Чего изволите, сударь? Это ты. Разве я звал тебя? Вы изволили позвонить. Он и шнурок еще болтается. Так это сон. Хорошо, ступай. Я нечаянно разбудил тебя. Как скажете. Ступай, ступай, ступай. Доброе утро. И вам доброе. Какое чудесное утро.
А ночью так и ветер забывал. Я не слыхала ничего. Мы внизу спим. Скажите, Клеопатра Платоновна, а что это за прелестный портрет в зеленой комнате, где я ночевал? Как вам там спалось? Не сыро показалось? Спалось отменно. Поначалу ветер докучал, да я скоро уснул. Вот сейчас проснулся. Но как этот портрет похож на Дашу, поразительно. А чего удивляться, если Прасковья Андреевна ей родня? И матушка Даша тоже с ней лицом была очень схожа. Сударь мой, голубчик, когда мила вам моя ласточка, Дашенька моя бедная, так вы не извольте медлить. Откройтесь всем побычью, да женитесь, да увезите ее поскорее. Она вам радостью жизни станет, а я за вас буду Бога молить. Голубчик. Какие, однако, с утра романтические объяснения. И слезы вижу от горячих уверений, и блеск взоров. В чем же причина, Клеопатра Платоновна? Это я тому виной. Мой интерес к портрету Прасковьи Андреевны побудил с излишней настойчивостью узнать поболее о ее судьбе. Неловкие расспросы привели в подобное замешательство вашу достойную компаньонку, о чем я искренне сожалею и в чем раскаиваюсь. Да будет каяться. Мы, женщины, с годами становимся слабы на слезу. Ступай, Платонна, умойся, утешься. Ступай! А что с Прасковьей-то Андреевной несчастье случилось, так и этому нечего удивляться. Выходила бы за нашего, за русского. Так и теперь бы еще жива была. Доброе утро. Доброе утро, Семен Семенович. Здравствуйте. Как почивались? Благодарю, прекрасно. Марфа Сергеевна, не примите за дерзость, что я вам скажу, но к этому побуждает меня ваше замечание о желательности выхода замуж за соотечественника. Так случилось, что я с первой встречи полюбил вашу внучку и, видит Бог, люблю ее безмерно. Оттого на другой день после приезда и знакомства нашего с вами я осмеливаюсь покорно просить ее руки. Не откажите, не сделайте меня несчастным. За что же мне тебя казнить, сударь мой? Ты честно и благородно поведал о чувстве. А что касается до Даши, то я заметила, что и ты ей понравился. Так чего лучшего? Вы не отказываете? Вы согласны? Поезжай-ка в Москву, да попроси Дашиной руки у тетки ее, у Зориной. Она ее опекунша. А когда Зорина согласится, тогда уж приезжай сюда, женихом. Да поживи с нами. Надо ж тебе покороче познакомиться с будущей бабушкой. Благодарю вас. И все сделаю, как вы указали. Покорно благодарю за гостеприимство. Честь имею. Честь имею. Александр Андреевич, странный голос говорит мне, будто меня ждет большое несчастье. Но моя вера в вас безгранична. Так давайте доверимся воле Божьей. Я надеюсь, расстаемся мы ненадолго. Я встречу вас с вашей невестой. Храни вас Бог.
нас, видно, одни вкусы. Признайтесь, что когда мы познакомились на балу, вы приняли меня за сумасшедшего. Не могу скрыть от вас, что вы мне показались очень странным. Ваши слова, ваши замечания. Да, да, я думаю, что я вам показался странным. Я был на даче у генеральши Сугробиной и видел там тех, кого вы называете упырями. На даче у Сугробиной? Скажите, поехала ли к ней ее внучка? Она теперь у нее. Я видел ее недавно. Как, и она еще жива? Конечно, жива. Странно. Обыкновенно они так долго не мешкают. Но неужели вас ничто не поразило во всем быту генеральша? Неужели, побывав в ее доме, вы не испытали ни одного содрогания, ни одного из тех минутных недугов, которые напоминают нам, что мы находимся рядом с существами нам антипатичными? Неловко пересказывать, но... ночью мне привиделось, что ожил портрет некой Прасковьи Андреевны в комнате, где я ночевал. Напрасно вы приписываете воображение то, что действительно с вами произошло. История покойной Прасковьи Андреевны мне известна. Впрочем, самые любопытные подробности вам могла бы рассказать Клеопатра Платоновна, если бы захотела. 3 года назад я предпринял путешествие в Италию и оказался в небольшом городке, недалеко от Рима. Какая странная громадина, не правда ли? Да, и от чего-то покинутая. Вы русский? Так же, как вы, насколько я понимаю. Владимир Зорин, к вашим услугам. Василий Рыбаренко, вы здесь один? Считайте, что да, хотя прибыл сюда вместе с родственницей, ее старыми приятелями, целой ее свитой. Очень рад, что нашел приятеля помоложе. Какой странный дом. Я и сам часто смотрю на него. Хотя до сих пор не знаю, кто в нем жил и от чего заброшен. Моя родственница гуляет возле него каждый день. А знаете, здесь внизу есть цирюльня, и местные наверняка расскажут нам все, что знают. Пойдемте спросим. Пожалуй. А мы не заблудились? Да нет, вот здесь, за углом. Вот я же говорил. Бонджорно. Бонджорно. Буонаджорно. Бонджорно, бонджорно. Тоже бриться, сеньоры? Тогда вам придется подождать. У святого отца щетина крепче моей бритвы. Мне не справиться быстро. Если мы вам не мешаем, то хотели бы узнать, кто хозяин странного дома наверху и почему он оставлен. О, вас интересует чертов дом, он всех интересует. Всех, кто сюда приезжает, им владел Дон Пьетро де Уржино. Но лет 20 назад он уехал жениться в чужие края, кажется, в Россию. Спутался там с нечистой силой, и говорят, что затем несчастного унес черт, которому задолжал Дон Пьетро. Еще говорят, что когда Дон Пьетро вернулся из своих странствий и пропал, его сын, чтобы прекратить непонятные толки, велел похоронить пустой гроб.
А вернувшись с похорон, сын увидел на стене в зале картину, изображавшую женщину невероятной красоты. И, сеньоры, ночью он услышал звуки гитары. Это его так потрясло, что, заколотив дом, он уехал. Все, ваше святейшество. Vi posso calmare, signori. Questa casa del diavolo non merita la vostra attenzione, è completamente vuota. E tutto il resto è invenzione di questo chiacchierone. Он говорит, что мы можем не беспокоиться по поводу этого чертова дома. Все это выдумки болтуна цирюльника. Ma perché la rede date l'ordine di tirare il profitto di questa casa? Oh, se dici che ci sono le altre ragioni, che lui è legato con Tito Canelle, e quello detiene lì di tanto in tanto la sua merce. Però può darsi che anche questa è invenzione. Ага, scusa, aspetta. Он говорит, что Тита Канелли прячет в этом доме свой товар. А кто такой Тита Канелли? Не знаю, сейчас спрошу. Скажите, scusi, signor, chi è questo Тита Канелли? О, Тита Канелли è il barcaiolo di questi posti, ma una volta nella lite lui ha ucciso un uomo, è fuggito in montagna, è diventato контрабандiere. Porto dalla Svizzera. Он говорит, что Тита Канелли очень известный контрабандист. Пойдем, una specie del deposito. Ma ripeto, che... Ma è vero che qualcuno ha sentito la chitarra? Non lo so, ma se questo le interessa, chi le impedisce quando sarà buio di passare sotto le finestre della villa? Пришли. Ecco la villa di Don Pietro. Вот она, вилла Дона Пьетро. Dove c'è sempre il vento. Он говорит, что здесь всегда сильный ветер. E lì l'occhio di bue. Вот оно. Вон слуховое окно, через которое мы попробуем пролезть. Resta solo di trovare due belle ragazze che vi faranno la compagnia. Scherzo senz'altro, che gli apostoli mi perdonano tali scherzi. Да простят ему святые апостолы такие шутки. Buona fortuna, ragazzi. Grazie, signore. Tante belle cose. Постой, красавица. Un momento, signorita. Марфа Сергеевна. О, дорогой. Здравствуйте, тетушка. Добрый день. Позвольте представить вам моего нового друга и нашего соотечественника, господина Рыбаренко. Вы каким же здесь образом, сударь мой? В учение приехали или лечиться, как многие? Здешний климат очень полезен здоровью. И ни то, ни другое, сударыня. Просто счел принципиально необходимым ознакомиться с краем, откуда пошли многие художественные ремесла и искусство театра. Похвальная любознательность. Не правда ли, Семен Семенович? Если она подкреплена согласием родителей, то, разумеется, в том нет ничего дурного. Не то многие юноши путешествуют сейчас без разрешения, проматывая состояние своих близких. Пепина, Пепина, пустите! Ти прего! Лошадь мия! Пустите меня! Сеньора! Ах, сеньора, сеньора, вы обещали мне помочь. Не откажите в просьбе бедной девушки, и я навсегда буду вашей рабой. Встань, Пепина. Нечего на людях такие сцены разыгрывать. Что во мне другие подумать могут? Я же тебе обещала, так наберись терпения и жди. А теперь ступай умойся. Вечером я тебя призову. Благодарю вас, сеньора, и прошу простить за невольные слезы. Просто на одну вас вся моя надежда. А кто эта девушка? Бедная Пепина. Она просит мою родственницу, которая пользуется огромным уважением здешних властей, выхлопотать помощи ее брату. А кто же ее брат? Тот самый контрабандист Тита Канелли, о котором рассказывал давешний аббат. И вы думаете, что просьба девушки будет иметь успех? Кто знает. Однако здешние власти питают большую склонность к богатым и знатным. А Марфа Сергеевна и богата, да и генеральский чин ее мужа окажет большое содействие. Однако, если мы собираемся совершить наше ночное путешествие, нам следует как следует подкрепиться. И лучше это сделать прямо сейчас. Вы позволите? Ну, пожалуйста. Дачи дель вино. Grazie.
Давайте. Тягостное чувство. Я еще гадал, брать или не брать пистолеты. А теперь рад, что они при мне. Я думаю, что раз уж мы решились провести здесь ночь, то теперь самое время лечь спать. Угу. Но чтобы сделать как задумали, давайте ляжем в разных комнатах. Вы какую выбираете? Оставайтесь здесь, а я пойду, где мы были. Если что случится, кричите меня.
Ничего, сейчас будет легче. Я выставил доски в окне, чтобы был проход воздуха. Вы были в обмороке. Где? Где они все? Кто? Кто вам привиделся? Вы так кричали и бились во сне, что я решил, будто на вас кто-то напал. И даже на ходу выстрелил для их острастки. А бежав сюда, увидел вас бьющимся в припадке истерики. Привиделось. Истерики. И что, вы никого не видели? Конечно, нет. Я говорю, вам, видно, не хватало воздуха. Вы рвали на себе платье и даже вот. Вот. Ненароком оцарапали шею. Что же было со мной? Я так ослаб. Abrite la porta, signori! Vi prego di aprire la porta! Не волнуйтесь, друг мой. Я пойду посмотрю, кто там.
Господи. Там сообщили, сегодня ночью умерла моя родственница Сугробина. С Владимиром Зориным я больше не встречался. Бедная Пипина тяжело заболела и умерла от скоротечной чахотки. А сам я был так слаб, словно после тяжелой и продолжительной болезни. Но, наконец, старания врачей возвратили мне, хотя и не вполне, потерянное здоровье. Я присутствовал на похоронах Сугробиной в Италии, как я уже говорил. Да только никто там не пожелал выслушать меня. Не вбили ей, как на то положено, в грудь осиновый кол. А без этого всякий упырь непременно воскресает и вновь творит свои гнусные дела. Но самое страшное в том, что всякий укушенный им сам становится упырем, если не умрет. Ну, позвольте. Ведь на похоронах были люди? А Владимир Зорин? Он-то знал, что она умерла? Как же теперь она в живых для него? В том-то и дело, что упыри так способны затмить разум человеческий, что никто не помнит за тем, что было наяву, а что как бы привиделось. Так что, ради Бога, берегитесь, любезный друг, и не вздумайте шутить над вашим приключением. Ах, как мы рады вас видеть. Милости просим. Не хотите ли кофе откушать? Мы как раз завтракать собрались. Благодарю вас. Я с самого утра знала, что случится нечто необыкновенное. И вот такое приятное явление. Мама, распорядитесь, чтобы накрывали в столовой. Право же, прошу вас, не беспокойтесь. Я имею до вас серьезнейший разговор, Федосия Акимовна. И хотел бы провести его с вами безотлагательно. Ну, конечно. Если на то ваше непременное желание, то я не в силах вам отказать. Прошу в кабинет. Как прикажете. Катерина! Катерина! Располагайтесь, присаживайтесь. Уважаемая Федосия Акимовна, узнав от Марфы Сергеевны Сугробиной, что вы волей обстоятельств являетесь опекуншей Дарьи Васильевны, я прибыл к вам покорнейше просить руки вашей воспитанницы и подопечной. От вас зависит составить счастье моей жизни. Как? Руки кого? А Софья? Да что же это значит, сударь? Разве вы явились в мой дом, чтобы посмеяться над нею? Позвольте вам сказать, что уважающий себя господа представляется в приличное семейство, не иначе, как с намерением просить руки старшей из девиц. Не иначе-с, вот так-с! А вы тем самым, обнадежив мою дочь, вдруг сватаетесь другой и еще смеете просить ее руки у кого? У меня, у матери Софьи. Я крайне сожалею, что был понят столь превратно и приношу свои извинения за несоблюдение неписанного этикета. Но я приехал сюда просить именно руки Дарьи Васильевны. И не вижу серьезных и оправдательных причин для Света, по которым вы вправе мне отказать. Он не видит. Он не видит. Софи! Софи, ступай немедленно, когда тебя призывают. Да, мама. Простите, я собирала на стол. Да ты слышала, что он сказал? Он приехал просить руки твоей кузины. Какое нахальство! Боже мой! Боже мой! Что же я такого сделала, чтобы со мной так поступали? Софи! Софи! Я не могу! Я не хочу жить, ты понимаешь? Я не хочу жить на свете! Нет!
Видите, в какое положение вы привели мою бедную Софью. Но это не может так остаться. Я отказываю вам. Еще раз сожалею, что был против своей воли неправильно понят вами. Но я не отступлю от своего намерения. Пока не получу либо вашего согласия, либо внятного и пристойного изложения причин вашего отказа. Прощайте. Желаю здравствуйте. Ну что, брат? Ничего. Худо? Да, хуже некуда. Проходите сюда. Садитесь. Вы можете ничего не объяснять. Я вижу, что ваш поход оказался плачевен. Плачевен не то слово. Семейство в ярости. И более всего меня страшит, что это может дурно сказаться на положении Даши. Я помешал вам. Вы, я вижу, работали? Я писал завещание. Да-да, не говорите лишних слов. Я знаю, что скоро умру. У меня немного родственников, и я не богат. Но надо мне соблюсти правила по закону. Оставим это. Что вы намерены предпринять? Ума не приложу. Поищу достойных людей, имеющих вес в глазах семейства Зориных, дабы они ходатайствовали за меня. Ну, что еще остается? Но меня беспокоит положение Даши, оно непременно ухудшится. Вот что меня тяготит. Ее положение крайне опасно, и медлить нельзя. Ну, что же делать? Сделаем так. Вы напишите письмо к своей суженой. А я отправлюсь в имение Сугробиной с тем, чтобы передать его. Это станет мне поводом находиться рядом с ней, пока вы не уладите все или не решитесь на что-то другое. А я знаю, что вы не отступите. Никогда. Но заклинаю вас обойтись со своим временем как можно экономней. Не теряйте ни часа. Проклятые упыри не станут медлить. Я тотчас же напишу письмо Даше. На свои дела потрачу день-два, не более. В имение вас отвезет мой экипаж. Не возражайте, я так решил. Не заезжал ли Аганин? Не изволили быть, а другой господин вас ждет. Какой господин, кто таков? Из офицеров. Они в кабинете дожидаются. Ротмистр Зорин, я пришел говорить с вами о деле, касающемся нас обоих. Прошу садиться. Я вас слушаю. Некоторое время назад вы познакомились с моей сестрой в доме матушки. И тотчас распространились слухи, что вы намерены просить руки Софьи. Не знаю, насколько распространились эти слухи, но могу вас уверить, что я не был тому причиной. Сестра была уверена в вашей любви. Вам удалось добиться ее участия, и она вас... полюбила?
Это целиком ее дело. Я ей ничего не внушал. Претензии вашей сестры беспочвенны и смехотворны. Она сама себя ставит в неловкое положение. Послушайте, милостивый государь. Сразу по приезде из Тифлиса близкие мне люди, мать и сестра, довольно объяснили положение, в каком оказались по вашей вине. Положим, сестра могла обмануться. Но я не могу не поверить матери. Если Федосия Акимовна уверила вас в чем-то, то я очень сожалею, что должен опровергнуть ее слова. Я еще раз повторяю, что я не только не хотел просить руки вашей сестры, но и не давал ей повода думать, будто я ее люблю. Итак, вы не намерены на ней жениться? Нет. Довольно. Я надеюсь, вы не откажете мне в удовлетворении за оскорбление, нанесенное моему семейству. Я всегда к вашим услугам. Но прежде прошу обдумать ваш поступок. Может быть, при хладнокровном размышлении вы убедитесь, что я не хотел наносить оскорбление вашему семейству? Завтра в 7 часов я ожидаю вас на Владимирской дороге. В 20 верстах от Москвы. Что это за причуды, милая моя? Нынче за полночь я встревожилась дурным сном, решила проведать, как почивает моя голубка. А тебя в комнате нет. Что это значит? Бабушка, ты Клеопатра Платоновна. Что, Клеопатра Платоновна? Я, сударыня, занемогла с вечера от погоды и просила Дашу побыть со мной в спальне. Что за вздор? Погода преотличная. А за не могли, так разве мало в доме прислуги? Чтоб такого впредь не было. Я не позволю свою девочку в сиделках морить. Так мне ж не в тягость, бабушка. Не перечь. Не то осержусь. А ты поняла ли, матушка? Понялась. Помни, уж я погляжу. Однако ж, я слышу, у нас будет гость. О чем вы, Семен Семенович? Нет уж, поверьте, гость к нам торопится, сил не жалея, гостенек дорогой. Уж не твой ли кумир к нам женихом торопится? Ах, нет, это не он. Это другой человек. Да-с, другой. Именно-с. Ну, раз другой, примите его. И впрямь погода томит. Семен Семенович, проводите меня. Я лягу отдохнуть. Не странно ли, однако, что ваша родственница не сочла нужным увидеть меня до сих пор? Не хочет ли она тем самым выразить свое неудовольствие? Ах, нет, не думайте так, пожалуйста. Она занемогла и отдыхает у себя. Завтра ей получает, и вы увидите, как она любезна. А господин Теляев? Семен Семенович, верно, ее компаньон. Им, верно, есть что вспомнить из прошлого времени?
Дарья Васильевна. Да. Давно ли у вас эта книга? Вы читали? Какая? Ах, это. Я не могу сказать, откуда она здесь. От того, что при гостях мы гадали по ней, и бабушка, рассердившись, велела унести и забросить ее подальше. Так я возьму, пожалуй, к себе, если дозволите. Любопытно почитать, чем она так не понравилась Марфе Сергеевне. Ну что ж, извольте, если вам угодно. Не сопроводить ли вас? Вы найдете свою комнату. Благодарю покорно. Я найду сам. Ибо даже смерть не способна истребить мое благоговейное чувство к вам. Александр Руневский. Ваш гость у себя ужинать станет. Марфа Сергеевна с господином Теляевым нынче не выйдут. Нет, нет, извольте пригласить. Хотя я сама. Не пристало вам беспокоиться, сударыня. Яков, пригласи господина, что нынче приехал. Скажи, барышня ужинать просит. Слушаюсь. Сударь. Сударь. Барышня Дарья Васильевна просит вас к столу. Сударь. Сударь. Просим прощения, только барышня Дарья Васильевна... Господи. Твой противник выбрал крайне удачно, Александр. Покончишь с ним и той же дорогой за твоей милой. Не тужи. Увести, что колоду перетасовать, только шелест после нее услышит. Ты что, не весел? Полагаешь, не сумеем? Пустое. Да я другом. Зорин ей кузен. Даша его любит. Ну, каково станет, если я его убью и перед ней появлюсь? Когда любит, простит. Да и что поделать, раз он сам напросился? Ну, не пятится же тебе. Да ну так, на душе все равно кошки скребут. Малый, благородный, по всему видно. Но легко ли, когда и мать, и сестра к тебе за защитой приступают? Репутация у него отменная, честен, храбр. И слывет истинным товарищем до всех, с кем живет. Пулем не кланяется, над копейкой не дрожит. Вообще, милые дамы, господа, нет, верно. Сколько раз на ум идет? Ну из-за чего дрались-то? Из-за кого? Но только все это позже, отведав жареного. А противник-то уже нет сердешного, и выпил бы с ним мировую, да поздно. Ты чего, Александр? Люблю я тебя, брат, но не замечал в твоей натуре склонности к философии. Ну ничего. Даст Бог, все будет нормально. Дай Бог.
Наконец-то. Доброе утро, господа. Зорин, ты не прав в этом деле. Помирись с Руневским. Он любит одну твою кузину. Я сам был свидетелем их знакомства. Полно, пойми. Полно. Теперь не время говорить о пустяках. Друзья мои, помиритесь, пока еще можно. Прошу вас, господа. Я чувствую, что один из вас не воротится домой. Позвольте объяснить. Здесь оскорбление нестерпимое. Здесь обижено почтенное семейство. Весьма почтенное. Я примирения не допущу. А если мой приятель Зорин и согласится, тогда я сам, Егор Фрышкин, буду стреляться. Газ. Опасаюсь, что при таком тоне вам придется стреляться со мной. И со мной. Господа, оставьте, прошу вас. Один из нас умрет и довольно. Я тоже знаю это. Не умножайте скорби на земле. Увидеть напоследок. Вот положение. И как нам туда? И не исполнить нельзя? Сперва перевяжем. Берите ноги и несем в экипаж. Господа, господа, как же это было? Как случилось? Молодчина, Зорин. Я с вами его понесу. Молодчина. Да пошел же ты к черту! Доктор, прошу вас сказать, вот так крайне надобно, чтобы Дарья Васильевна находилась неотлучно при больном. При раненом? Да-да, при нем. Вот, возьмите. И скажите так, умоляю вас, чтобы Марфа Сергеевна слышали. Разумеется. Но не выдайте меня. Да сегодня мы молодцом. Ну-кас, ну-кас. Так, сухость в горле, ломота возле раны. Отлично. Определяю заметное улучшение общего состояния. Но отворить кровь еще придется. Не защите, сударь. Я говорю, что ему полегчало, голубчику. А ты, дурочка, глаз не сомкнула возле него. Чтоб сегодня же к себе и спать беспробудно. Ни за что-с. Со всем уважением к вам и юной сударыне, покорнейше прошу по-прежнему опекать пациента. Вся опека оказывает благотворнейшее воздействие. От ее перемены может сделаться лихорадка. Ее последствия станут губительны. Извинитесь, но об этом говорит наука. Какие извинения? Это мы вам обязаны. Непременно останусь. И мне здесь будет покойнее, бабушка. Я все равно не смогу быть в отдалении. И прекрасно. Так, теперь тазик. Ланцет. Ах, вот он. Так,
Ну, смелее, молодой человек. Смелее. Вот и все. Зачем лежать и побольше пить отвару из клюквы? Вы уж проследите, сударыня. И помните, кризис не миновал. Что с вами? Вы чем-то опечалены? Ну, скажите, где же все-таки Рыбаленко? Или вы в третий раз не хотите объяснить мне причины его отсутствия? Он умер. Умер? Рыбаленко. Мой несчастный Рыбаленко. Он предвидел. Он осознавал, что скоро умрет. Так случилось. Вы устали. Вам нельзя волноваться. Усните. Я посижу подле вас. Да, пожалуй. Благодарю вас. Приступай.
Андрей, послушай. А где Панин? Он же с вами был. А Панин не приезжал, мы тебя вдвоем с Зориным навестить явились. А тут такое, бедная Даша. Ты в бреду пластом лежишь. Любимая бабушка внезапно умирает, похороны. А Теляев? А Теляев сразу после похорон в Москву уехал. Ну, с Богом. А то остались бы. Право, оставайтесь. Мы вернемся еще сюда. Мы обязательно вернемся. Правда, Александр? Да, конечно. Осторожно. Да ничего. Трогай. Ну, вошло!